На Земле есть места, которые люди с давних пор считают местом силы. Одни приходят туда для того, чтобы получить исцеление, другие – за вдохновением или зарядом энергии. Есть такие места и в Чехии. В этом видео я покажу вам магическое место, которое называется Паненский тынец. Посмотрите, как это выглядит. В письменных источниках упоминается, что храм был заложен воином по имени Плихта из Жератина. В 1382 году сильный пожар прервал строительство, и готический храм так и не был достроен. От него осталась только полуразрушенная алтарная часть. Каждый день сюда приезжают люди, особенно их много в выходные дни. Приезжают, потому что в Чехии считается, что лечебная сила этого места способна исцелять от душевных травм, укреплять иммунитет и даже помогать людям после инсульта или травм головы. Обратите внимание, на фасаде стены есть вот такие вот глубокие выемки. С давних пор люди, которые приезжали в это место, старались частичку магической энергии увести с собой и специально царапали и добывали песок. Но в наше время это уже запрещено. На схеме храма можно увидеть три значимых точки. Первая точка – это точка выхода энергии. Посередине находится место для лечения. И дальше в алтарной части место для медитации и очищения. С вами была гид в Праге Элеонора Грекова. Пишите в комментариях, бывали ли вы в таких местах и какие у вас остались впечатления.